Всем самого-самого добрящего дня, друзья Ашан. Посмотрим сегодня, какие цены на постельные, на подушки, на одеяло, на пледы. Шо почем. Так, гляньте, бамбук элитный, размер подушки 70 на 50, понятное дело, размер евро стандарт. Упаковано красиво. Так, наполнитель 90% бамбуковое волокно, 10% волокно экопух. Хорошо. Вот она, подушка, сколько стоит? 26% скидки. Бамбук, это хорошо, ребята. Так, это на торцах стоит. Давайте пройдемся по рядам и посмотрим, что почем по рядам. Потому что ставят... Так, тут декоративные подушки. Ну, кому интересно декоративные подушки, пробежаться так быстро вам показать может. Такие кстати, хорошая цена на декоративные подушки. Недорого или дорого. Так, что это тут у нас? Сердечко мое, солодки кохання. Так, я украинка. Так, это уже за святом 8 березня. Так, 89. Велосипед. Так, панды. Валентинка 53, подушка. Котячьи очи. Глазки, так. А 159. Так, а вот это вот как раз сколько стоит? 99. Сердечко. Так, подушка стебаная. Это такая в таком, знаете, сельскохозяйственном стиле подушки. Так, кот. Че, кто это, зайчик? Че, шо це? Це чебурашка. Я понял, это ежик. Че, кто это? Так, друзья. Ой, а вот эти вот подушки я видел в этом... в эпицентре, но там они были дороже. Тут 249, тут еще нормальная цена. 259 эти кораллы. 299. А в Синсай чуть дешевле тоже было. А как чуть дешевле? 129 или 119, что такая вот цена вот этой подушки была. Ну да, что-то непонятно. Так, сидушки. На стульчик 75, на табуретку, гляньте, такая проста по 75 гривен, разные такие с резинкой, а на эту цену нету, по 79, эти по 95, понятно, хорошо, добре. Так, давайте пойдем с этой стороны, тут у нас что, а здесь у нас одеяло, антиаллергенный наполнитель, 640 гривен, наполнитель силикон, полиэстер 100%, размер 1,72 на 2,5, понятно, 640. А это что за 719? А это тоже экотекст видминно. Что это такое у нас? Это у нас тоже одеяло, 1,72 на 2,5, экологично, убирает влагу, пружно, циркуляция воздуха, антибактериальная, 2 на 5, 1,72 м, склад штучный, лебединый пух, искусственный лебединый пух наполнитель. Я такие показывал в этом, в Юске. Оно, знаете, я никогда не имел одеяло с искусственного пуха, даже из натурального пуха, но девчонки там мне писали, зрители, что очень хорошее одеяло из пуха, зимой, конечно. Так, ну, вот эти вот одеяло, или как они правильно, одеяло, покрывало, 2,40 на 2,20, ашановские марки, почему-то они тоже очень такие, знаете, не из дешевых, но, наверное, качество тоже, полиэстер, смотрю, 959, размеры чуть меньше, 730 гривен. Расцветки, конечно, очень-очень разные. Можно подобрать расцветку. Так, вот такой вот тоже мне нравится. В таком, знаете, как вафелька вафельная. 2,20 на 2,40. Бавовна 100%. Катон, ну, понятное дело, 2000 гривен, ребята. Вот, пожалуйста, полиэстеры. 129, 245, 415, 479, пожалуйста. Пожалуйста. Так, 1,25 м на 1,50 м, 799. Такое голубое.
Так, вот такой похожий. Я взял в Юске. Размер, конечно, чуть поменьше. Да, 1100. А я взял за 350. Так. Тоже полиэстер. Тоже полиэстер у меня был. А тут 1100. Доброе. Тоже интересные пледы. 1050. Ой, приятная. Искусственная. Искусственный этот мех. 1050. 1050 гривен. 219. Точно? Точно 219. Гляньте, какой интересный. Да, он 219 гривен стоит. 1,30 на 1,70. Полиэстер. Классный такой тоже. Ну, расцветка. Что-то не очень. А это что за такой красивый плед? Гляньте. Расцветка мне понравилась. А с кактусами. Давайте откроем так вот чуть-чуть. Прикольные ребята. Очень классный. Сколько он стоит? Кактус вовна 50, акрил 50. 760 гривен. Размер 1,35 на 1,80. Таких классных. Ну, красиво. Хороший. Так. 2,40 на 2,20 гиганты. 1100. Так. 320. 1,30 на 1,70. Такие интересные. Так, 1,08 на 2,20, 1,80 на 2,20, тоже двухсторонний. Вот, а вот такой я взял по размеру, 1,30 на 1,70, 489, а я взял за 350 я взял. Ну, акция тогда просто была, акция была, он сейчас тоже, кажется, 450 стоит, тоже такая цена. Ой, гляньте, скидка, 65%, ребята, был 320, сейчас... 320, сейчас 110 гривен. А что это за такая акция? 110 гривен, представляете? Плед. Нормально? А? Это же нормально. Ребята, нормально. Я вам честно говорю, что нормально. Это очень хорошая цена. Вообще классная цена. 1,30 на 1,70. Еще осталось 1, 2, 3, 4, 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5 штук. 5 штук осталось. Не, знаете что? 4 штуки осталось. А что? Шургать его. Нормально. Классно. Берем. За такую цену что не взять? Берем. Конечно, что возьмем. Все, ребят, я взял плед. Хай буде. А что? Хай буде за такую цену. Даже кому-то на подарок хай буде. Еще что-то куплю. Коробку конфет, кофе. В пакет положу. Нормально, просто очень хорошая скидка. Реально очень хорошая скидка. 65%. Хай буде, нету, оставлю. Просто у меня столько этих пледов. У меня очень много пледов. Кому-то будет просто там на подарок. 229 гривен. 229. Тоже 60% скидка. Тоже 1,30 на 1,70. Вот так походить, погулять. Нормально даже, я вам скажу. Видите, а если бы я не... Вот я не хотел идти снимать видео на вот эти вот пледы, на постельное. Так, все, закончились пледы, пойдемте дальше. Ребята, размер, как я говорю, бабушкин размер. Размер бабушкиной подушки. Знаете, ну, у бабушек моих были вот такие подушки. Даже я недавно вот спал на таких подушках. 70 на 70, большие такие, большие. 259 гривен, искусственный наполнитель. Понятное дело, у кого аллергия. Хорошая тоже. Так, вот такие. Это все наши. Наши эти. Тоже подушка 70 на 70. Холофайбер наполнитель 149 гривен. 149 гривен. Так. Это уже подушка идет 50 на 70. Кстати, вот эту ткань используют очень-очень много производителей. Почему-то разных фирм, но используют именно вот этот. Производители разных фирм, которые производят вот эту вот продукцию, подушки, одеяло, используют именно такую вот ткань с этими нежно-розовыми, нежно-голубыми розами. Так, подушка 50 на 70, наполнитель пух и перо. Это уже идет настоящий пух-перо. Это у кого нету пух-перо 30%. Понятно, 95%. Водоплавальных птахив. Так, сколько она стоит? Пух перо. 70% чего-то там искусственного, наверное. И 100% наволочка бавовна. 469 гривен. А почему они не указали?
Ну, я понял, перо 30%, а 70% чего? Подушка. Так, что она делает? Дозволяет организму дыхать. Антибактериальная, антиаллергийная. Убивает влагу и запобегает потоотделению. Вообще, это классно даже для меня. Очень мицна. То есть, очень мицна, господи. Очень крепкая. Защищает от пыли, клещей, бактерий, грибковых заболеваний. Подходит для людей с аллергией и астмой. Изготовлена из экологически чистых натуральных материалов. Размер 50×70. Чехол БЯС, наполнитель, конопляное волокно, антиаллергенное волокно, холофайбер. Так, вес подушки 700 грамм. Странно, я никогда не имел такую подушку, но говорят, что эта подушка действительно очень-очень хорошая и помогает быстро засыпать. Стоит она 449 гривен, такая подушка. Ребята, подушка 50×70 с такой овечкой. Так, склад наполнивач Вовна. Ребята, наполнивач Вовна, 359 гривен. На, я считаю, это очень тоже хорошая цена. Размер, ну, понятно, 50×70. Хороша. Так, смотрите, 149. Искусственный наполнитель. Прям цвет мой. Прям мой цвет. Как я говорю, даже не нужно с собой брать, если едете на учебу. Не нужно тащить ни одеял, ни подушек. Приехал себе, купил подушку, отучился и выкинул. Так, 50×70. Микрофибра ткань, наполнитель холофайбер. Изготовлена в Украине. Так, эту подушку я антистрессовую тоже мечтаю когда-нибудь взять. Чехол, так, ткань антистресс с ионами серебра. Ну, понятно, посмотрите. Без клещей. Хорошо проветривается. Ну, ее нельзя стирать в этом машинке, походу. 320 гривен сейчас. Хорошая, конечно, подушка. Волокно эко-пух. Тепло, пропускает воздух. Добрый перец, не выкликает аллергии. А почему? А, это сушка, господи, сушка. Сушить нельзя, а стирать 30 градусов. Добрый. Так, 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 так. Еще какую хорошую подушку вам показать. Это штучный искусственный наполнитель за 230 гривен. Холофайбер. Лебединый пух, как будто лебединый пух, 50×70. 50×70, так, антибактериально, а гипоаллергенно, а гигроскопично. Тоже все Украина. Добрый. Насоло до сну, это я вам показывал, по 119 гривен, тоже подушка с искусственным наполнителем, 50×70 евро размер. Так, а вот это идет такая тоже интересная, с таким этим, видите, как на рисунке сделано. Подушка 50×70, микрофибра стёбана, микрофибра стёгана. Так, наполнитель, холофайбер, волокно синтетическое, высокоизвитое. Так, выбор даже какой-то там награду получили. Украина, место Харьков, 235 гривен. Интересная такая подушка, я даже вот возьму, видите, как она интересно сделана. Хорошая тоже подушка с таким этим. Как двойная идет. Так, вот это тоже, видите, как разделена и на рисунке показано. Тоже удобно, тоже, видите, удобно с ортопедичным эффектом. Угу. У меня есть одна, две подушки. Одна такая твердая, ортопедическая, вторая, ну, мемори, а вторая что-то меньше. 299, 50×70. Тоже взять бы, попробовать ее. Кстати, напишите, у кого есть такие подушки, напишите, буду благодарен вам. Так, ну здесь много разных ортопедичных подушек. Ой, такая твердая есть. Я, гляньте, даже с мешочком из лаванды. Вкладыш, антистресс, иммунитет, нормасон. Даже разные-разные фитоподушки. Круто. То есть по цвету подушки можно выбрать вам антистресс. Персиковая, бирюзовая такая, фисташковая, нормасон и
Зеленый иммунитет для профилактики простудных заболеваний. Так, ребята, а это уже пошли одеяло. Одеяло у нас 2 на 2,20, 1344. Начесанная овечья вовна. Но я вам скажу, это тоже, знаете, у кого аллергии нет. Но мне кажется, я понимаю, что оно все там, знаете, прочищено. Экологичность, пружность, циркуляция. Но мне кажется, что в этой шерсти много всяких букашек будет, не знаю. Нужно почитать будет ваши комментарии, у кого есть такие ковдры. 735 антиаллергично. Ну, понятное дело, наполнитель искусственный. Ковдра евро. Верона хутро. Нету ценника. Понятно. Так, это то же самое. Та же самая. О, ковдра с бамбуком. Так, с бамбуком наполнителем. 920 гривен она стоит. 2 на 2,20 по размеру. Наполнитель, бамбуковое волокно. Просто смотрю по ценам. Знаете, вот нужно просто сравнить в Юске и здесь. Так, бамбуковое это волокно, техничный сырматериал, бамбуковой мякости, бамбуковое волокно. Тоже, кажется, вот эти вот из бамбукового волокна тоже дуже хороші. Колекція дует. Ковдра, лебединий пух. Это у нас ідея. Лебединий пух. 529 гривен стоит. Все сезон. Знаете, плохо очень ориентируюсь. Вот честно, очень легко ориентироваться в Юске в магазине, ребята. Там подходишь, и все написано. Вот подходишь, и все вот под этим, под одеялом все написано. Двухспально, хорошо. Двухспально, 1,75 на 2,10. Лебединый пух, все сезон. Хорошо, прочитал, нормально. Доступно, добре. Овечка. Добрые друзья, это можно ходить и ходить. Постельного здесь тоже очень много разного. Есть. В принципе, я снимал в эпицентре постельное. Смотрю, что ашановская марка, их марка. Есть вот это вот зеленая, 459 возьмем, да, например. Так, вот что входит в комплект? В комплект входит двухспалка. Это двухспалка. Двухспалка. Так, 100% полиэстер. Да ну. Двухспальный комплект. Полуторный комплект. 390. Так, ребята, полиэстер нет. Склад 100% полиэстер. Да нет. Честно, не хочу. Все почти Ашан. Все Ашан. Их марка торговая, детская. Белье. А, это для матраса. Ну хоть не полиэстер. Поликатон. Я не знаю, что такое поликатон. Первый раз слышу. Поликатон. Фланель. 100% бавовна. Вот такое интересное понравилось мне. 100% бавовна идет. Вот это хорошее. Комфорт, высокое качество. Даже щильность ниток 57 на сантиметр квадратный. Это двуспалка. Две наволочки, одна простынь и одна на одеяло, под одеяло. Сколько он стоит? 729, сейчас со скидкой. Хорошая. И вот эти вот расцветка прикольная. Даже смотрите, как красиво расшито. А честно сказать, то, что расшито, я впервые вижу. Расшито по ткани. Очень интересно. Так, а это сколько? 400 гривен комплект. Поликатон. Странно. Что за поликатон? Надо посмотреть.
Гляньте, какой красивый нашел. Смотрите, очень красивая. Ну, в принципе, мне нравится. А 680 гривен стоит. Так, что здесь у нас входит? Класс. Так, наволочка. Две штуки, 50 на 70. И что, еще и все? Односпальный комплект. Односпальный комплект. Так, ну что, не понял. Бясь. Так что, только наволочки входят две штуки. Что-то он такой тяжелый. Односпальный комплект. Наволочка. Ну, ага, одна наволочка. Короче, ребята, не пойму. Наволочка. И две штуки. Ничего не пойму. Если односпальный. Ничего не пойму. Но красиво. Ребят, тяжело ориентироваться почему-то, не знаю я. Мне тяжело в Ашане смотреть вот это вот все. Так, просто радло одна штука, пиковдра одна штука, наволочка две штуки. Тут нормально написано. Вот в этом комплекте. 899 гривен. А тут ничего не пойму. Друзья, все же таки зима еще продолжается. Я думаю, что еще будут морозы. Мне хочется, чтобы снег еще полежал. 229, вот такие классные пледы. Мохнатки я такие. 229 гривен. Размер 1,22 на 1,50 м. Так, прошелся я по этим одеялам, по этим подушкам. Ну, что-то не могу сориентироваться, честно. Что-то туплю я, не знаю. Что-то туплю и все. А 39 гривен, вот такие малюсенькие. 30 на 50. Полотенечко. 30 на 50. 100% хатон. Хатон, хатон. Ну, цвета можно подобрать. Ребят, не знаю, то ли я привык к юску, то ли то ли что-то я туплю. Ой. Гляньте, какие красивые. А что оно такое дорогое? 329. 450 грамм. 1,30 на 70. Интересно, так расцветка подобрали. Бирюзу с оливкой. Так. Вот видите, набрал тоже в юске целая куча этих полотенец по акции. Сейчас смотрю, вот, все же таки дороговато. Нужно искать все по акции. Цвета красивые. Конечно, красиво разложили по цветам. Гляньте, как красиво переходит все. Плавно, плавно, плавно. Цены, конечно, видите, да? Цены вам видно. Полотенец. И белоснежные. В Турции, конечно, белоснежные. В Египте это их фишка. Белоснежные полотенца. Красивая люрексовая нитка добавили. Вот чем-то оно, знаете, по-богатому. Обычное белоснежное полотенце, но вот добавили еще вот эту вот нитку, да, люрексовую. Уже совсем по-другому смотрится. Огромный выбор кухонных полотенец. Сколько здесь? Одно полотенце, наверное, да? 50 на 70. А, такое большое. Тоже по цвету можно выбрать. 29 гривен. Сейчас со скидкой все идут. Тоже по расцветке можно к своей кухне подобрать любое. Красивое тоже салатовое такое. Зеленка. Буду заканчивать видео. Всем самых лучших покупок, друзья. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.